Николай Антонович. Ах, Иван Павлович, вот так сюрприз. Машенька, милая, сделайте чаю, мы посидим, попьем, поболтаем, можем достать парадный сервиз. Боже, какой букет-то откуда? В марте один цветок, миллиона полтора. Прошу простить, пожалуй, мне пора. Конечно. Что вы, куда вы, чай поспевает? Мы по-простому, без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданных гостей. Я вас не понимаю. А видимо, придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани моветона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне принять гостей не позволяет домострой. Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окно. И в ожидании дурных вестей должна я скрыть лицо чедрой. Я вас не понимаю. И вправду непонятно, не знаю ли сама я, как вырваться обратно. В Архангельск нет возврата, и я как приживалка у мужниного брата 6 лет под замком. Ах, боже мой, какой замок! Когда в ваш дом пришла беда, кто, как не я, пожертвовал собой и вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог, чтоб наступил тот день, когда мой бедный брат вернулся бы домой и смог бы снова вас обнять? Кто ради этого святого дня так много отдал сил и так мечтал, чтобы этот день не наступил? В этом доме, думаю, ответ известен вам самим.